Химках идет активное обсуждение темы, которая касается установки мемориала, посвященного подвигу бойцов СВО. Участники депутатского объединения партии «Единая Россия» рассмотрели важную инициативу жителей. Чувствую свою ответственность за сохранение исторической памяти. Химчане выдвинули инициативу по установке в городском округе Химки мемориала, посвященного подвигу участников специальной военной операции, как символа нашего единства, преемственности, подвига наших героев прошлого и настоящего в борьбе с нацизмом. Более 1000 встреч провели с химчанами по обсуждению этой инициативы. Мемориал жители предложили установить в Старых Химках. Предварительный вариант макета уже готов. Он показывает связь поколений. В поддержку установки мемориала собрали большое количество подписей. Здесь мы видим не только подписи химчан. Здесь у нас есть представители общественных организаций, которые городского округа, ветеранского движения, которые тоже активно эту инициативу обсуждали. Далее рассмотрением вопроса займется комиссия по увековечиванию памяти выдающихся личностей и значимых событий городского округа Химки. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.